Здравствуйте, дорогие друзья! Каждый раз, посещая старинные заброшенные здания, каждый раз, когда мы видим такое великолепие, которое до сих пор стоит и поражает своей красотой, нам становится понятно, что кому-то выгодно навязывать обществу идею об отсталости наших предков, будто они были необразованными дикарями и ничего не умели. Сегодня хочу показать вам, друзья, одно здание, точнее это даже комплекс зданий, который официально называется Винокуренный завод Качкова в поселке Полевой Шиловского района Рязанской области, который мы посетили во время сентябрьской экспедиции 2019 года. Казалось бы, ничем не примечательная заброшка, коих по всей стране сотни и даже тысячи. И эти заброшки уже настолько нам примелькались, что порой мы их просто не замечаем. Какие-то из подобных объектов превращаются в торговые центры, какие-то реставрируются. Ну а подавляющее большинство, подобно этому, просто разваливаются и умирают у нас на глазах. А тем не менее, это не мы свидетели того, как наши предки не умели строить в кавычках, и как построенное ими получалось подчас гораздо лучше современных строителей. Ведь несмотря на просевший в кавычках фундамент, культурный слой, лошадей и грязь на обуви, эти здания стоят до сих пор и поражают своей красотой и архитектурной мыслью, даже будучи в полуразрушенном состоянии. А представляете, как такие здания выглядели в рассвете своей эпохи? И вот из таких зданий, их анализа по крупинкам, и можно собрать наше реальное прошлое. Главное подмечать детали. Друзья, поэтому сегодня хочу вам показать это здание, которое стоит в русской глубинке, вдали от цивилизации, и, надеюсь, оно не оставит равнодушным никого. Официальной информации по этому месту совсем мало, поэтому краткая официальная историческая справка будет краткой, как никогда. Поселок близ села Борки возник в 1876 году, когда зажиточный ирактурский крестьянин и судовладелец Александр Викулович Качков построил здесь, в том же 1876 году, винокуренный завод. Для проживания его работников рядом с корпусами завода были построены дома поселка. К 1914 году винокуренный завод Качкова производил до 40 тысяч ведер вина и спирта в год на сумму свыше 24 тысяч рублей. Работали на заводе 32 рабочих. При этом для изготовления спирта использовалась местная пшеница, и спирт был очень высокого качества. Также Качкову принадлежала одна из самых крупных пароходных компаний того времени, осуществлявшая пассажирские и грузоперевозки водным путем от Москвы до Нижнего Новгорода. При этом, помимо пароходов, буксиров и барок, Качковы имели затон для ремонта судов в Касимове и собственные склады в Москве на Комиссариатской набережной. После революции 1917 года пароходство и винокуренный завод Качковых были национализированы. Завод превращен в ремонтно-тракторную станцию, а располагавшийся рядом с заводом поселок получил название «Поселок сельхозтехники», с 1966 года «Поселок Полевой». Спиртзавод в поселке Полевой, исправно работавший весь советский период, переживший три войны и несколько революций, был закрыт в конце 1990-х годов. Конец краткой официальной исторической справки. Тут уточню, что по разным официальным источникам информация разнится. Одни источники говорят, что спиртзавод был закрыт сразу после национализации и весь спирт сливался в близлежащий пруд. Другие источники говорят, что спиртзавод работал одновременно с тракторной станцией вплоть до 90-х годов 20 века. Как бы там ни было, сейчас здание брошено. Хотя, по данным публичной кадастровой карты по Рязанской области, на территории поселка Полевой участок под заводом отмечен за номером 32, то есть данный объект не является бесхозным. У этого участка и здания где-то есть владелец. Собственно, это вся официальная информация на данный момент, что имеется в открытом доступе. Далее переходим к осмотру комплекса. Металлическая труба справа – это местная водонапорная башня. Согласно рассказам местных жителей, у этого здания есть подвал, но вход в него замурован, так как там располагается водонасосная станция, качающая воду для жителей поселка. Обнаружить этот вход в подвал, даже замурованный, у нас не получилось. Но сам по себе факт наличия подвала уже является интересным. Зато в главном корпусе есть такой вот колодец. Возможно, это и есть вход, так как другого мы не нашли. Только непонятно, как производится обслуживание и ремонт насоса в случае его поломки.
ведь колодец почти полностью завален мусором. С лицевой стороны на фронтоне имеется круглое углубление, в котором, вероятно, размещался родовой герб крестьян Качковых или вензель, а возможно и чей-то другой герб. На самом деле не совсем ясно, какая у этого здания сторона лицевая, но учитывая, что именно эта сторона обращена к поселку, будем условно называть лицевой ее. Хотя противоположная сторона, как мы увидим далее, не менее интересна. Соответственно, будем условно именовать это левым крылом, а это правым, чтобы вам, друзья, было проще ориентироваться. Итак, на ваших экранах вид спереди. Сверху два невысоких этажа, учитывая мансардный, и ниже два высоких этажа. Друзья, не кажется ли вам, что пропорции нарушены? А подойдя ближе, становится ясно. Это окно заложено снизу. Учитывая, что у этого здания есть рабочий подвал, и если предположить, что это не подвал, а засыпанный этаж, тогда вполне логично, что окна второго этажа были такие большие. Внизу стены по всему периметру здания имеется псевдофундамент. Это просто облицовка каменными блоками, можно даже сказать плитками толстыми. И в некоторых местах эта облицовка уже отвалилась. И видно, как кирпичная стена уходит в землю. С торца левого крыла видим высотой в два этажа ворота тракторной станции, через которые трактора для ремонта загоняли прямо внутрь здания. При этом эти ворота – это просто пролом в стене по ранее существовавшим окнам. По обеим сторонам ворот видно, как два окна этажей друг над другом объединены в одно узкое и высокое. Внутри здания сразу обращает на себя внимание большое количество окон и дверей и арок, направленных на северо-восток. При этом арки непропорционально низкие. Друзья, как вы думаете, зачем они там? Ведь это не солнечная сторона. Заметьте, над каждой аркой есть дверь. И изнутри четко видно, что закладные для межэтажных перекрытий были выдолблены позже. Хотя в одном месте сохранилась часть арочных сводов. Имеется арка в противоположной стене, причем она в земле. Очень интересно, вот эти железные окна, напоминающие печную топку и штроба двускатной крыши. Причем штробы, заметьте, две. Но если приглядеться, то можно увидеть следы аж от трех двускатных крыш, сделанных в разное время. Для скептиков, придерживающихся официальной точки зрения, что проще было сначала построить, а потом пробить, сразу поясню. Стены здания выложены на известковый раствор. При этом известь очень долго набирает проектную прочность. Это химия. Первоначальная прочность достигается при высыхании известкового раствора, но при этом происходит незначительное сцепление кирпичей. Если начать долбить по одной выложенной стене, то кирпичи просто вывалятся целиком. Должно пройти как минимум 5 лет, чтобы известь, поглощая углекислый газ из атмосферы, начала превращаться в камень. Причем, чем толще стена, тем больше требуется времени для набора прочности. То есть, когда мы видим любые пробитые отверстия в старинных стенах, тут нужно понимать, что эти отверстия не могли пробиваться сразу, а выполнялись спустя какое-то время, порой в несколько десятилетий, а то и столетий после постройки. Подробнее о пробивании дыр в стенах на известковом растворе и химических процессах, с ними связанных, говорится в фильме о Тульском епархиальном училище. Ссылка на него и на все используемые материалы, как всегда, в описании под фильмом на YouTube-канале «Неофициальная история». А мы продолжаем. Белая настройка стены, напоминающая кремлевскую стену, сделана в советское время. Напротив этих больших ворот находились склады, выложенные из такого же крупноформатного кирпича, как и весь комплекс, но только на современный цементный раствор. Друзья, а вот и ответ на вопрос про многочисленные окна и арки в противоположную от солнца сторону. С этого ракурса видно, что стены продолжались дальше. Здесь была часть здания, и, следовательно, арки были внутри помещения. При этом над каждой аркой есть дверной проем, но нет следов межэтажных перекрытий. Точнее, есть одно, но оно как-то слишком одиноко выглядит. Возможно, это просто вывалился кирпич, возможно, пробили позже. Зато закладные отверстия межэтажных перекрытий, выбитые позже, есть прямо по уровню дверных проемов. Буквально в 10 метрах нами была найдена россыпь руды. Не буду утверждать,
что эта руда тут давно. Вполне возможно, что ее привезли сюда относительно недавно. Вопрос только, зачем именно сюда? Так как дорога с противоположной, лицевой стороны здания. То есть версия выравнивания дорог в данном случае не подходит. Также возможно, что если здание засыпано, то это просто верхушка кучи руды. Друзья, а какие у вас версии? Напишите в комментариях. Подтверждение того, что здание все же реально засыпано, можно получить по торчащим из земли аркам севернее главного корпуса. Далее мы видим вытяжную трубу. Похожую трубу мы уже видели в Тульской области, недалеко от города Плавск, в фильме «Красивая заводская труба и подземный ход». Подробно разбирали ее, и тогда выяснилось, что та труба имела отношение к металлургии. Эта труба, конечно, не такая красивая, как в Плавске, но подземный ход есть и тут. Сверху труба просто круглая, стянутая железными кольцами, но снизу орнамент все еще угадывается, и вся труба также выложена крупноформатным кирпичом на известковом растворе. У основания трубы мы видим такой же белый камень, которым облицован низ стен завода. И в данном случае это такой же псевдофундамент. То есть камень не перекрывает всю кладку. Это просто декор вдоль грунта. При этом сама труба стоит на некоем пригорке. А через пролом внизу стены видно пустоту внутри. Борова, по которым выходил дым, еще не все обвалились и расположены под землей. Сейчас их официалы назвали бы подземными ходами. Позади трубы, из-за обвалившегося угла, можем наблюдать изнутри правое крыло завода. В качестве перекрытий использовалась арочно-балочная система из дутавровых балок с арочными сводами из кирпича между ними. Подчеркиваю, это не рельсы, а именно дутавры. И их мы еще не раз увидим далее в фильме. Сейчас я намеренно не буду привязывать датировку постройки этого здания к дутаврам, так как в данном конкретном случае этот вопрос далеко не такой простой, и далее вы поймете почему. Однако, если кто-то все еще считает, что сам факт наличия дутавров однозначно датирует постройку здания не ранее 2-3 19 века, то предлагаю посмотреть фильм про засыпанную больницу в Плавске. Там этот вопрос подробно разбирается. Справедливости ради должен отметить, что некоторые дутавры, например, внутри главного корпуса, действительно вставлены позже при реконструкции, а некоторые, как здесь, закладывались сразу при возведении стен. Но к этому вопросу мы еще вернемся сегодня далее. Друзья, а здесь хочу обратить ваше внимание на металлические дверные петли на окне или двери, вставленные в камень. При этом дверь и окно находятся на такой высоте. Не устаю восхищаться качеством кладки и объемом кирпича. Очень интересны подоконники, выполненные из камня. Причем этот камень является отливкой. Некоторые окна заложены полностью, некоторые наполовину. При этом использовался такой же кирпич. Это вид спереди на правое крыло. Здесь сразу бросается в глаза, что дверь сделана из окна. Причем дверь также сделана в арочном стиле. То есть это давнишняя переделка. Кстати, таких дверей в правом крыле два, и через второе мы сейчас попадем внутрь. Входим в дверь правого крыла, которая также была сделана из окна. При этом вход арочный и очень низкий. Наверное, культурный слой немного подрос с того времени. Повсюду видим множество пробитых отверстий и ниш, а также дверь на высоте выше человеческого роста. При этом дверь арочная. То есть ее там построили согласно плану, а не вырубали потом. В качестве перекрытий использовалась арочно-балочная система из двухтавровых балок и арочными сводами кирпича между ними. Причем, как между этажами, так и сама крыша здания выполнена таким способом. То есть не только подвалы так делались, и это именно дутавры, а не рельсы. В пробитой двери в стене главного корпуса мы видим металлическую стяжку. Далее в фильме мы снова увидим знакомые нам стяжки. Также мы видим штробу для двускатной крыши на стене главного корпуса. Однако не совсем понятно, что это за штроба. От двускатной крыши или все же от электропроводки, сделанной в советское время? Обязательно напишите, что для электропроводки нельзя делать диагональных штроб. Я это знаю. По современным правилам электромонтажа штробы можно делать только вертикальные и горизонтальные. Однако на дома советского периода современные правила не распространяются.
И там вся проводка под штукатуркой выложена по кратчайшему пути, подчас просто по диагонали. Кто из нас, если жил в хрущевках, вешая полку или картину, не пробивал гвоздем провод? Но это я отвлекся. Друзья, а это разрушающийся кирпич. От намокания и последующего замерзания кирпич постепенно разрушается и превращается в порошок, осыпающийся вдоль стены. Вот так наше прошлое превращается в пыль, в прямом смысле слова. Внутри главного корпуса видим непропорционально низкую арку и двутавровые балки межэтажных перекрытий. Конкретно эти перекрытия в главном корпусе были сделаны в конце 19 века при переделке этого здания в спиртзавод. Это легко определить по сводам между балками. Это бетон с наполнением кирпичной крошкой. Видимо, при переделке хотели сохранить стиль. Вообще, внутри главного корпуса очень много различных переделок, которые порой изменяли одна другую. Думаю, не стоит перечислять их абсолютно все, так как если просто указывать на каждую переделку, то уйдет много времени. А если еще разбирать, для чего она, то этот фильм будет, наверное, вообще бесконечный. Друзья, если кому интересны детали переделок, и вы сочтете, что показанного в фильме вам недостаточно, то в описании под фильмом будет ссылка на альбом с фотографиями высокого качества. Также вы можете задавать вопросы в комментариях. Мы там все излазили и измерили. Если вам что-то будет непонятно из фотографий, то постараемся помочь ответом. А сейчас просто покажу основные моменты, которые нельзя не показать. Расшитые швы. То есть изначально стены главного корпуса изнутри штукатурить не планировали. Непропорционально низкая арка. То есть уровень пола внутри здания также поднят. По правой стене друг на другом расположены заложенные окошки. Также много заложенных дверей и пробито новых. Заложенные окна и двери имеются на разной высоте и в большом количестве. При таком их расположении, казалось бы, всегда можно подобрать подходящую. Но нет, потребовалось пробивать новые. И каждый раз видим выбитые закладные для перекрытий. Проход в правое крыло. Узкий коридор. А? Высота коридора, сами видите, какая. Та же самая низкая арка, только с другой стороны. А рядом высокий пробитый проход. В соседнем помещении главного корпуса все то же самое. Заложенные арки и вновь пробитые проходы.
это очень показательное место. Заложенная арка, а под ней в земле еще одна. Но на самом деле там их вообще 4 арки. Мы сейчас вышли в левое крыло. Здесь есть стена, покрытая чем-то черным и имеющая скругленный угол. Налет чем-то напоминает битум или копоть. Похожее покрытие или налет, а также углы, мы видели на пирамидах Сабуровской крепости. С обратной стороны этой стены находится глухая комната, не имеющая дверей. Судя по всему, вход в нее осуществлялся прямо через окно, которое, кстати, имело 2 арки. Вторая арка, как и внутренняя перегородка, пристроены позже. Друзья, осмотрев все здание, можно сделать однозначный вывод, что те, кто его строили, любили свое дело и были мастерами высочайшего уровня. Точность рисунков и идеальное совпадение по швам, удивительные орнаменты и вообще масштаб сооружения не оставляют в этом никаких сомнений. При всем при этом, после постройки здание многократно перестраивалось и переделывалось. И несмотря на тяжелую судьбу, все еще стоит и радует нас своей красотой. Если принять официальную версию за истину, то получается, сразу после постройки в 1876 году это здание стало спиртзаводом. А что такое перестройка здания? Это остановка процесса. А остановка процесса – это упущенная выгода. А сколько тут было переделок? Как минимум 2 кардинальных и около 12 мелких. Не буду отрицать, что незначительные ремонты и переделки можно осуществить прямо во время работы завода. Однако, по нашему мнению, в 1876 году была основная реконструкция, после которой этот комплекс и стал спиртзаводом. А само здание гораздо старше заявленного срока. Причем, еще интересный момент, в котором убеждаюсь уже который раз. Если из старинного здания нельзя сделать церковное сооружение, то его делают спиртзаводом. Как будто у наших предков не было других радостей, кроме как молиться и пьянствовать. Друзья, на этом благодарю вас за внимание, за то, что вместе с нами изучали это удивительное сооружение. А я с вами не прощаюсь, дальше будет больше. Всего вам доброго, до свидания.